Всем привет, с вами Тивончик, вы на канале Блаженный Люциферушка, а это значит, что вы в аду черти, мы продолжаем играть в игру под названием Souls in Century. На чем мы, собственно, остановились? Не с копьем, не с топором, я хреновой одежды. Но мы, короче, грохнули первого босса. И это очень здорово, потому что у меня было 80 шепотов, которые потратил на персонажа, правда, сохранилась в записи этого. Но я этого сделал. И сейчас вот открыл сундук. Очень надеюсь, что запишется и эта запись тоже. Ну, это такое. Почему вообще не так надо убрать лишние предметы? Вот, замечательно. Лишние. Вот, почему вас сейчас запинят? Видите какой, это не я на них нарываюсь, это не на меня. Честно? Что ему от меня надо было? Что ты козу получил? Так, ладно, не сын. Ага. Мне следующий мой брат, короче, это какой-то там рыцарь. Как надо ему шатать. Вот, как я помню, были зонтики. Зонтик ужасный. Тут прощай. Ты, блин, ну не пугай. Зажми, ну не пугай, не сам на то. Офигенно. Тихо. Тихо. Ну, это же вы шатаете. И тут еще были два зомбика. Так, тут зомбики. И вас коронавирусом. Смотрите, не новости про коронавируса. Я вот нет. Потому что там что-то прям жестко, особенно в Америке. Ну что, вот. Не хорошо. Зомби получил. Меня еще дождь, кстати, завибрировал. Дождь меня хочет вся. На ты лопу. И у тебя на лопу. Штука. Я знаю, не хотел забилки. И ты тоже. Ты че выжил-то? Ой. Медвежонок этот как-то выжил. Любовь или карман там где-то. Это плюс для сюда. Она так пьючий лестницу. Обязательно. Иначе мы оттуда не сможем даже шпиговать. Как видите, кстати, довольно универсальный какой-то персонаж. Многое можно сделать. И еще мечник, если вкачать, короче, то можно прям великим мечом раздавать здесь в этой игре вообще здорово. Молот и топор менее популярны. Потому что копье оно быстро, а ну, меч мощный тоже будет быстро. Молот менее быстро. Поэтому менее популярно оружие, да? Копье еще далеко от стирки. Эй, иди. Какие тут встречаются враги. Просто с ними как-то урегулировать вопросы. Ну, тут тоже какие. Снимем у нас тоже лютой. Говорят, что не надо не стрелять. Очень практичный, но много. Что, не, я тут. А ты тогда почему? Странно тут уже. Чуваки, а ты почему не уверен? Все, конечно, золотами что-то тут есть.
Не. Ты зачем? Не. Слушай, ты убили? Да, ухо утонувшего берсерки и привязанное кольцо, которое можно вполне и надеть. Ой, чуть было не было, я не знаю. Ну и домик был, который стал где-то тут. Ну, то есть шел, но по цели меняем, то есть зашел. И такие, сейчас у нас по плану вообще бывает уже. Башенки рыцарь, короче, прикольный. Ох, и не факт, что я его одолею так. Ну, мы будем верить. Сил у нас есть гренада, у нас есть фасоль, но нам такая нужна. И кинжал тоже еще есть. Вот это еще поставим. Бомбу запуливать, короче, жестко. Вот такой фигней всякой. И вилку купить. Все. Что, вы верите в меня? Я вот меня нет. Надо тащить его. Если вы смотрите эти видосы, ставьте лайки. Поставьте, пожалуйста, сейчас комментарии. Ой, ты что, сумасшедший? Ну, ладно, мне так... Ой, что-нибудь в комментариях. Прямо напишите, что-нибудь. Я буду, знаешь, когда вы... Вы что творите? Какой колдун-то колдует. На тебе-то. Нет, да не надо так делать. Давайте мы прошу. Нет. Как это? Вот. Бум тебе, бум. Ну ты сдох, да? Да, не стоит. Ставь лайк, если, короче, в Неголодайке так же само побеждал в обычной Неголодайке, не в Неголодайке. Обнепуху. Или какой-нибудь. Ну как я. Не пыль, а как же называется? Я не помню. Называется, короче. А, пепел. Да. Если пепел за весам побеждал огнепуху, в обычной мы не голодайте. Не в этом. Ее, мы открыли, короче, короткий путь. И у нас есть ключик, мы победили этого звероящего, который тут хотел. И магик и пухал так-то. Приветствую, странник. У тебя есть цель? И вот у нас два есть варианта ответа. Нет, да. У нас есть цель, потому что мы пока по данному лору теряем принцессу. И нам ее нужно найти. Вот мы очутились на острове, и там мы ищем по факту выживших. Поэтому у нас есть цель. Спасаешь принцессу, да? Я не видел принцесс, но не теряй надежды, друг. Как бы там ни было, хорошо, что у тебя есть цель. Хочешь узнать мою? Я хочу узнать его. Прекрасно. Моя цель — захватить замок на востоке, победить его стражу и убить дракона. Ты же знаешь, что замки нужно захватывать и драконов убивать, верно? Ну, как бы, ты будешь хорошим. По-любому. Чё-то они просто не приручаются мирным путем. А вот попасть в замок намного сложнее. Раньше тут был мост, но сейчас его нет. Есть и другой путь, но он не прост. Я видел проход под крепостью, из которой ты вышел. Скорее всего, он приведет тебя к останкам деревни. Там есть короткий путь, который связывает пляж от деревни, но он закрыт решеткой. Может, тебе удастся открыть ее? Понятно, похоже, это зацикленная фраза. Что-то я не понял. Надо снять эту штуку, она еще пригодится по-любому. Это гранаты были. Ну, наверное, нормальная тема. Видите, боссов шатались двух гранат и чуть-чуть подойдет. Так, откроем здесь проходик. Я, по-моему, нужно открыть, чтобы там откуда-нибудь потом очень-очень далеко будешь. Будет возможно пройти тут. Да я что ты -то? Что ты такая... Привет, блин. Все, мы всех перебили. Четыре. Суперский типус. Ой, теперь мы открыли еще проход к этим. Зомбикам. Зомбики, я да помню, забыл два. Че-то почему-то сейчас один тут.
Класс. Что там видно? Еще тихо. Я взял копье солдата. О! Мы сейчас будем не только его прикидки, а копьем. А это будет уже намного круче. Привет, друг. Без игрушки на продажу. Без игрушки дома нет. Дружище, это как твое проявление. Ты собираешь вещь. Безуш, безушки все такое. Безушки за монеты. Все, что у меня есть. Безушки за монеты. Какой тип, а? А как ты защитился? Я у тебя не нахуй на корабле. Это я продал безушки в Тенебере. Менял безушки на монеты. Еще мы обедим. Мне рассказали о богатстве Карфи. Мне рассказали, что там даже попрошаек, вроде меня есть прислуга. Я скрытно взлез на корабль. В Этуи, а потом будет шторм. Представь себе удивление на лицах матросов, когда они видели кого-то вроде меня среди обломков рядом с этими всеми честными людьми и всеми пули по морю, вступившись в доски и держа дикого холода. Не знаю, сколько бы еще удалось застить берег. Это дрожащий берег. А безделушки, что я нашел здесь, они тоже продаются. Все идет довольно хорошо, скоро я смогу оплатить свой подарок. Когда-нибудь. И как мне? Когда-нибудь. Этот чувак продает разные штуки. Вот мне нужно начальное знание, нужно еще полозу, потому что прокачать мое оружие. Ну, не знаю, возьмем балетик с стрелами, акелов не закупим. Ну то ладно, а есть и кожа. Ну, это как Metroid 2 не я очередная. Нам нужно добраться до этого очередя, чтобы сократить этот свет. Так, это много здесь больше, чувак. Что еще есть? Пор есть. Давайте попробуем видеть, как он напомнит плохо, как ему эта штука берется. Такого мальчика как-то сам себе берется. Уйди, это не сумасшедшее существо. Представляете, вот 4 раза, да, он, блин, ничего не сдох, да. Да, ладно. Поставь себе, давай тут. А тут, что, вон, спит, от этого удара сдох. Ну ладно. Просто помню, что его копьем так себе бить. А может он был. Ну ладно. Зато его забьет уже давно. Я думаю, стоит пропечататься. В прошлый раз не записалось видео, очень жаль. Я очень надеюсь, что записывается потом до этого. Покажу хотя бы деньги. Я вот здесь просто прокачал немножко в легкую броню. Ну и попутно прокачал оружие, пистолеты. Мне нужно получается следующее вот это, знание тяжелой армии. Вот, вот это копейщик. Значит, мне нужно прокачать только вот это, получается. И следующее будет еще мне жадное очко, и у меня будет копейщик еще. Я копья хоть меня скачал, хорошо уже здесь. Так, ну не сюда. Знаете что, я думаю, нужно прервать видео, хотя бы попробую записать следующее видео сразу же. Но нужно проверить, что оно записывалось в принципе. Поэтому, если досмотрелось, не ставь лайк, подписывайся обязательно, если досмотрелось, вот такой вот, да. И... если не понравилось, то поставьте лайк и комментируйте. Скажите, что вы думаете об этой игрухе. И всем пока.